Привет, меня зовут Мухаммед Хайри. Я из Марокко. Всем привет, меня зовут Ли Синьен. Я из Малайзии. Всем привет, меня зовут Замков Кирилл. Я студент Северо-Западного политехнического университета. Привет, я Николь Тайджунгих из Малайзии. Сейчас я нахожусь в Alibaba Group со своими одноклассниками в городе Ханчжоу, где мы провели 4 дня. Мы посетили компанию Alibaba и компанию Хема, которая является дочерним предприятием Alibaba. Мы приняли участие во многих совместных мероприятиях, например, провели исследования путем опроса китайских покупателей. Благодаря этому я многому научилась. Узнала историю компании Alibaba и больше узнала о своей специальности – электронная коммерция, как она работает. Alibaba – это большая экосистема электронной коммерции. И сейчас мы зовем это цифровой экономикой, а не просто электронная коммерция. Это термин, который я выучила здесь. Мне действительно очень понравилась эта экскурсия. Мистер Джоу действительно хороший лектор. Он многому научил нас, например, C2B, новое мышление электронной коммерции. И я узнала новый образ мышления C2B для бизнеса. И теперь я знаю, что электронная коммерция — это не просто продажа или покупка онлайн. Это экосистемная платформа, она работает. Спикер сэр Андреас очень трудолюбивый, и он как друг, он не похож на учителя. И для меня он стал настоящим другом, пытающимся помочь мне. Всегда помогал мне, объяснял, как делать многие вещи, и я очень ему благодарна. И я думаю, что это очень хороший способ обучения. И мне это очень нравится. Здесь много практики, и это мне очень помогает. В субботу рано утром у нас был сбор, мы выехали в бизнес-школу Alibaba Group. Здесь у нас проходили конференции с преподавателями Alibaba Group. Они рассказывали очень много интересного, мотивирующего, поставили нам еще больше целей. Мне очень понравилась эта поездка, незабываемые эмоции, новые друзья, знакомые, новые идеи. Если у вас будет возможность приехать в Ханчжоу, посетить Alibaba Group, обязательно приезжайте. Студенты составляют свои собственные бизнес-планы и презентуют их всем.